Внимание, переезд под таким названием в Черкесске состоялась профилактическая акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Она прошла на железнодорожных переездах города. Как себя вести в случае ДТП и что нельзя делать на железнодорожных переездах, расскажет Альбина Ламкова. Если во время движения поезда на железнодорожных путях будут находиться люди, то шанс выжить сводится к нулю даже при экстренном торможении. Состав мчится на скорости более 140 км в час. В этот момент недопустимо надеяться на удачу. Поэтому необходимо хорошо подумать перед тем, как переходить через железную дорогу. Это, конечно, нарушение правил. Лучше пересекать в специально отведенных для этого местах, при этом соблюдая ПДТ. В Черкесске два железнодорожных переезда. И здесь всегда интенсивный транспортный поток. Железнодорожный переезд оснащен тремя видами защиты. Это шлагбаум, плиты, которые поднимаются из автодорожного полотна, и противотаранное устройство, опускаясь вертикально, перекрывая железнодорожный переезд полностью, то есть блокируя подъезд со стороны автодороги. Но тем не менее есть те, кто успевает проскочить, нарушая правила дорожного движения, говорит дежурный по переезду Николай Оплачко. В его обязанности входит предотвратить катастрофу. Если машина застревает на путях, он должен вовремя передать сигнал машинисту приближающегося поезда. Это основные ваши кнопочки? Да, да? Или еще есть где-нибудь? Нет. Там, да? Ну, там есть, конечно. Есть, да? Включаем звуковую сигнализацию. Ага. Громкая связь есть. Ага. Ну, вот эти вот основные, а эти, как да, я поняла. Это основная, вот это основная по переезду. Ага. Ну, здесь вот он аварийное закрытие переезда. За 2 секунды я должен включить эту кнопку. Профилактической акции сотрудников железной дороги и ГИБДД «Внимание! Переезд!» водители относятся положительно. Несмотря на то, что правила всем известны, о них все же приходится регулярно напоминать. С помощью наглядной агитации, памяток и бесед участникам дорожного движения еще раз напомнили, как необходима внимательность при пересечении железнодорожного полотна. К сожалению, статистика ДТП с каждым годом неуклонно растет. Такие цифры складываются из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями, отметил сотрудник железной дороги. Нарушение правил может привести не только к вашей гибели, а также к массовой гибели пассажиров в поезде, взрывам, пожарам, авариям, загрязнению окружающей среды. Тормозной путь поезда может составлять более 1000 метров. Водитель, помни, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Не перечеркивайте свою жизнь, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, своих близких. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево, Черкесия.